Я приветствую вас на самом долгожданном и уникальном для России нумизматическом мероприятии 9-й международной выставки Coins 2018. По традиции она проходит на площадке гостиницы «Рэдисон Славянская». Сюда съехались монетные дворы со всего мира и, естественно, привезли сюда свои монеты, которые имеют как коллекционную ценность, так и инвестиционные новинки. Все можно посмотреть, потрогать и, главное, купить. А также по традиции уже третий год подряд принимает в этой выставке участие компания «Альпари Голд», которая представляет здесь не только коллекцию своих инвестиционных монет из драгоценных металлов, а также приготовила для всех посетителей выставки Coins 2018 призы и сюрпризы. Около 50 стендов производителей монет, а также сопутствующих нумизматических товаров представлено было на выставке в этот раз. Иностранцы есть, их, правда, немного, но зато какие! Глазам поверить сложно, но да, это монетный двор Ватикана. Приехал на российскую выставку впервые и привез свои сокровища. Потока паломников, правда, не наблюдается, но это нормально. К этой диковинке нужно сначала привыкнуть. За все эти годы у нас побывали фактически все страны. Из Израиля приезжали, из Мексики приезжали, из США, из Канады. Единственное, что, безусловно, я могу честно сказать, что вот с того момента, когда были определенные санкции политические, ряд стран просто физически не имеет возможности торговать напрямую с российскими банковскими организациями. Например, к нам несколько лет не приезжает австралийский завод «Перт», австралийский производитель золотых монет. Они сами об этом сожалеют, но ничего в этом такого страшного нет. Я думаю, что мы переживем, и рано или поздно этот рынок тоже развернется в нужную сторону, и они будут к нам приезжать. Сейчас мы находимся на стенде польского монетного двора. Естественно, хотим узнать, какие новинки привезли нам сегодня наши коллеги и чем способны удивить российскую публику. Но прежде всего мы хотим похвастаться, можно так сказать, нашим новым продуктом – монетой в форме рыбы, которая представлена у нас в трех вариантах. То есть версии proof, версии позолоченной и версии antique finish. Это является монетой, которая со специальным, так как есть у нее полностью и номинал, эмитентом является Камерун, Республика Камерун. И украшена камнями Сваровски. И вот в таких четырех вариантах она будет у нас производиться в ближайшее время, представлена нашим клиентам. Польский монетный двор – один из немногих в мире, который заточен именно под сувенирные монеты. Как говорится, уловил тренд монетного рынка. Да, сейчас в мире крайне популярны монеты всевозможных форм, но только не круглые. И хотя иностранные витрины заманивают посетителей чудесами, но основная масса нумизматов, коллекционеров и инвесторов скопилась возле стенда нашего госзнака. В этом году ему исполняется 200 лет, и многие монеты посвящены именно этому событию. В целом, наша старая добрая монетная классика пришлась по сердцу большинству посетителей. А вот это очень интересная история. Дело в том, что монетный двор Северной Кореи впервые принимает участие в выставке Coins 2018. То есть представленные монеты мало кто в мире видел, щупал. Тем более россияне, которые интересуются монетами с точки зрения инвестиций или коллекции, обязательно должны посетить этот стенд и посмотреть на всю эту красоту. Дело в том, что монеты, которые представлены компанией Северной Кореи, весьма специфичны. Они отличаются даже по стилистике от монет, которые изготавливаются в Южной Корее, и способны заинтересовать далеко не всякого покупателя. Спрос на эти монеты может быть у людей, которые хотят сделать необычный подарок, либо какой-то необычный сувенир. Но в коллекционном плане пока это не очень удачная идея приобретать монеты Северной Кореи, потому что для нашего рынка эта специфика еще не знакома. Возможно, я имею в виду для нашего рынка, для рынка европейской части России, возможно, для людей, которые живут, скажем, на Дальнем Востоке, увлекаются нумизматикой, часто бывают в поездках, даже в Южной Корее, либо в Японии, стилистика северокорейских монет будет весьма привлекательной. В итоге Coins 2018 таил в себе много неожиданных сюрпризов. Однозначно приятный приготовила компания Альпари Голд. Более 500 человек заявили желание принять участие в розыгрыше подарков от компании. Для этого они заполнили специальные купоны и передали их представительницам Альпари Голд.
В течение 2 дней, пока идет выставка, компания Alpari Gold разыгрывает инвестиционные монеты. Ровно в 13 часов на главной сцене определят победителей 2, которые получат вот такую вот инвестиционную монету из серебра, австрийскую филармонию, 31 грамм ее вес. Это одна из самых популярных, самых ликвидных, востребованных монет во всем мире, в том числе и в России. Вот такая вот красота достанется счастливчику, который будет определен буквально через несколько минут. Все нервничают, волнуются. А мы немножечко сделаем вот так, чтобы... Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Ага, Галкина Ольга Васильевна. Конечно, это просто восторг. Понимаете, я очень рада, конечно, что я получила эту монету. И я не профессионал, но я очень много лет собираю монеты. И я очень рада приходить на эти выставки, участвовать в этих выставках, покупать эти билеты, приходить. Я получаю вот, ну, огромное счастье, когда вот я прихожу и смотрю вот монеты. Вот, ну, это счастье. А вы знаете что-нибудь об этой монете? Если честно, не очень, но знал то, что порядка, по-моему, 5 или 6 разновидностей есть, и плюс еще в золоте, и разный номинал. Ну и достаточно, там, сколько, столетий или сколько-то этой филармонии, ну, какой-то большой срок у нее был. Ну что ж, мы поздравляем вас с получением достойного экземпляра в вашу коллекцию. Надеемся, что увидимся с вами еще в следующем году. Конечно, спасибо. Буду ждать еще таких призов. Спасибо. Естественно, инвестиционные серебряные монеты Венская филармония не единственная жемчужина в нашем ассортименте. Мы готовы предложить огромную линейку памятных инвестиционных монет, как золотых, так и серебряных. И с удовольствием вас ждем в гости для того, чтобы продемонстрировать это все, весь ассортимент. Ну что же, выбор здесь действительно велик. И чтобы выбрать именно ту монетку, которая будет радовать ваш глаз, а может быть даже сейф, стоит самостоятельно посетить эту выставку и насладиться всем этим великолепием. Но теперь уже, по всей видимости, через год. До встречи на самом крупнейшем международном форуме выставки Coins.